Компания «Альфасофт» в Сочи имеет статус центра компетенции 1С по 54-му федеральному закону, согласно которому с 1 февраля почти все индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, должны перейти на онлайн-кассы. Такой статус «Альфасофт» был присвоен как компании, подтвердившей знания и опыт специалистов в переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Основным изменением в этот закон является необходимость передачи кассовых чеков в режиме онлайн в налоговую инспекцию. Соответственно, эти изменения несут за собой необходимость модернизации либо приобретения новой кассовой техники. В компании «Альфасофт» помогут и выбрать новый аппарат, и модернизировать существующие. Причем специалисты работают с кассами всех основных производителей. Еще один плюс. «Альфасофт» предлагает сразу комплекс услуг. Модернизация кассы, ее дальнейшее обслуживание, установка фискального накопителя, то есть устройство для шифрования сведений о кассовых расчетах, подключение к оператору фискальных данных, регистрация в налоговых органах, а еще установка товароучетной программы. Устанавливаем программу 1С и настраиваем не только саму учет самих продаж, да, то есть, а мы еще и настраиваем складской учет, управленческий учет. Причем есть как типовые решения, например, просто, да, 1С управление торговлей, но есть еще и специализированные отраслевые решения для магазинов одежды, для общепита. Сегодня «Альфасофт» – лидер сочинского рынка среди партнеров 1С. На счету компании за 10 лет больше 1000 проектов автоматизации в городе. Еще больше о компании «Альфасофт» можно узнать по адресу улица Рос 119 или по телефону 296-0070. Вся информация об онлайн-кассах на сайте kkmsochi.ru. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.